мое и моих друзей. О, прекрасно, «О встрече» как раз. Отличная песня, причем веселая. У нее очень скабрезная природа у этой песни. Мы ехали с другом в Калининград к нашим друзьям и очень захотели что-нибудь сочинить, вот, пока мы едем, там сутки с лишним ехать из Москвы, когда мы учились. Начали сочинять, и вы знаете, что там только не было, и маты, полуматы, что-то, перестебали все, что можно. И потом, видно, что-то выпустили, то, что у нас было не совсем человеческое, и сочинили вот такую песню, которую я вам сейчас спою. Никогда не поверите, что вот такая предыстория у нее. Ну, знаете, молодые люди, студенты, как-то там, причем мы не выпивали ничего, но просто вот такая была удивительная история создания. То есть это я о том, что не важно, как начинается, важно, как заканчивается.